Привет опять. Продолжаем разговор. Итак, у нас есть список ПВК, который на данный момент самый большой. Что мы хотим сделать? Нам нужно... Нам нужно теперь сравнить эти все списки. Но у нас появилась проблема. Наш любимый продукт Облебита Duplicate Remover, оказывается, не распознает большие и маленькие буквы. И то есть на самом деле мы сейчас должны здесь будем увидеть довольно много дубликатов, хотя их на самом деле нету. Вот 9922. То есть вот это два слова, они получаются одинаковые у нас. Но так как нам нужно сейчас, в принципе, вообще дубликаты, то мы возьмем, сделаем compare table. Выделим первый диапазон. Теперь поочередно будем выбирать колонки. Нет, наоборот надо. То есть нам нужно удалять отсюда того, чего нету в PVG. То есть мы... Идем в PVK. Да. Ставим, где отмечать. Ставим, что в первой колонке у нас есть. Все, skip empty kills. И создаем колонку. Ждем. Сейчас здесь мы получим еще одну колонку, которая будет называться Duplicate Remove Marks. Она показывает, сколько у нас их есть. И мы сразу можем видеть, сколько у нас тут дубликатов. Все дубликаты убираем в конце, сортируем, убираем и перемещаем в PVK. Идем в Monero. Повторяем операцию вместе с ПВК. Так со всеми. Потом все скинем в одну кучу. Каждому присвоим аббревиатуры впереди. Просто добавим колонку, пропишем буквочки. И все. Да, как бы там ни было, но для сверки именно
дубликатов. Да, в фоне идет мультик про Дашу. Что называется, чтобы жизнь медом не казалась. Какой еще можно было бы вариант сделать? Более прогрессивный. Можно было бы каждому представить приставку, что мы в принципе позже и сделаем, и сверимся, правильно ли у нас дубликат работал. То есть берем все это дело, скидываем в один список и чистим стандартной утилитой Excel. Возможно, результат будет не тот. Где получаем везде дубликаты, чего у нас нету. И сейчас мы соберем мощнейший большой список.